пробовые. В итоге получилось, что мы тут собрали Ростов, Краснодар приехал. Таганрог, естественно, это принимающая сторона. И у нас сегодня был буткемп. Для тех, кто не знает, буткемп – это такой вид развлечения, да, когда делают семинары, мастер-классы, которые выливаются потом в номер. Поэтому просьба строго не судить, потому что номер делался сегодня, ну, 3 часа у нас было занятий, из них 1,5 часа, ну, даже час был посвящен просто тому, чтобы это все сделать в номер. Поэтому понятно, что здесь нет 2 месяцев репетиций и так далее. Вы готовы? Нет. Мальчики, просьба поддерживать, пожалуйста, девочки очень волнуются. Девочки, попросили вас. Yeah.